Ну, во-первых, есть такая наука под названием статистика, ее никто не отменял. Если сверить статистические данные за многие годы проведения таких спортивных соревнований, то, во-первых, видно, что всегда страны, даже в ущерб здоровью спортсменов и здравой логике, пытались выиграть, да, зарабатывая себе политические очки. Это было на всех олимпиадах, чемпионатах мира, универсиадах и так далее. То, что всегда либо использовались запрещенные химические допинги, либо принимали участие в любительских соревнованиях профессионалов, тоже было всегда. И как выяснилось, это и в других странах тоже есть. Единственное отличие в данной ситуации то, что эта универсиада была нам очень-очень, видимо, нужна, потому что тот рекламный поток, который был о ней, явно доказывает, что на нее поставили. Это, видимо, какая-то отчетная галочка, которая нужна в избирательной кампании. Поэтому, видимо, дрались до последнего. Но если мы сравниваем все предыдущие показания спортивных соревнований, то мы всегда отстаем китайцам за последние уже много лет, и американцам, и так далее, и так далее. Поэтому, скорее всего, просто всеми правдами и неправдами добивались результата. Обидно и страшно то, что спорт, как источник здоровья, превратился в решение политических проблем, раз, и, во-вторых, в зону безумного риска для спортсменов, которые после этого становятся, по большому счету, калеками.